Пятница 13-е для жителей Иркутской области станет теплым и солнечным днем. Незначительные осадки ожидаются лишь в некоторых городах региона. Подробнее об этом расскажем прямо сейчас в нашем прогнозе погоды. Спонсор прогноза погоды – магазин с уникальной концепцией «Планета Обои Плюс». «Планета Обои Плюс» – воплощая мечту, обновляя пространство. В пятницу 13 декабря в Ангарске переменная облачность, в городе без осадков. Ночью минус 12, а днем потепление до минус 2. Атмосферное давление составит 725 миллиметров ртутного столба. Переменная облачность и в Шелихове, там без осадков. Ночью минус 10, а днем минус 2. Атмосферное давление 722 миллиметра. В Усть-Куте облачно, временами снег. Ночью минус 12, а днем минус 14. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. В Усть-Илимске облачно, временами снег. Ночью минус 13, а днем минус 6. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. В Братске облачно, временами снег. Ночью минус 12, а днем ожидается минус 5. Атмосферное давление составит 723 миллиметра ртутного столба. В Тайшете облачно, временами снег. Ночью там минус 12, а днем 5 градусов ниже нуля. Атмосферное давление понизится и составит 737 миллиметров ртутного столба. В Саянске переменная облачность без осадков. Ночью минус 13, а днем минус 3. Атмосферное давление понизится и составит 712 миллиметров ртутного столба. В Черемхово переменная облачность, осадки не предвидятся. Ночью там минус 13, а днем минус 3. Атмосферное давление составит 709 миллиметров ртутного столба. В Усолье-Сибирском переменная облачность, в городе без осадков. Ночью минус 13, а днем температура воздуха повысится до минус 2. Атмосферное давление составит 723 миллиметра ртутного столба. В Байкальске переменная облачность, в городе без осадков. Ночью минус 12, а днем 2 градуса со знаком минус. Атмосферное давление поднимется и составит 733 миллиметра. В Бодайбо облачно с прояснениями, кратковременный снег. Ночью там минус 18, а днем температура воздуха повысится и составит минус 11. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. В поселке Мама облачно с прояснениями, там кратковременный снег. Ночью минус 18, а днем минус 11. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. В зиме переменная облачность, в городе без осадков. Ночью минус 13, а днем минус 3. Атмосферное давление составит 719 миллиметров ртутного столба. В Иркутске переменная облачность, в городе без осадков. Ночью минус 12, а днем 3 градуса ниже нуля. Атмосферное давление в городе составит 719 миллиметров ртутного столба. Пусть у вас все сложится в Новый год! Предлагаем широкий ассортимент обоев, фотообоев, пленки. Планета Обои Плюс поздравляет вас с праздником и желает домашнего уюта. Успевайте сделать все дела до Нового года. До долгожданных праздников осталось совсем немного времени.